Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение. Это открытая студия, совместный проект «Радио Рекорд» и телеканала «Арктик ТВ». Я ее ведущий Николай Дукмас. В гостях у нас сегодня юрист, генеральный директор ООО «Центр правовой помощи» Марина Зимина. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать у нас в гостях. У нас сегодня тема беседы в художественном ключе прописана. Утром деньги, мебель через суд. Но, к сожалению, это единственное, что можно назвать забавным в теме нашей сегодняшней беседы. В следующие 28 минут прямого эфира мы с вами будем обсуждать очень серьезную тематику с вопросом, связанным с нечестными предпринимателями, обманутыми северянами, и что с этим можно поделать. Чуточку подробнее, и, естественно, мы, уже врываясь в беседу, продолжим после того, как я обозначу важные моменты. Я напомню, что вы всегда можете задать нам свой вопрос или прокомментировать тематику, дозвонившись по номеру телефона 99-45-45 или отправив сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграм и Вайбер привязаны к номеру +7 921 708 2006. Также в течение сегодняшнего эфира, это прямой эфир, в очередной раз подчеркну, вы можете оставлять свои вопросы под соответствующим постом в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. И второй важный момент – это наш традиционный дайджест новостей. В Мурманской области разыграется штормовой ветер до 27 метров в секунду южного и юго-западного направления. Такие порывы уже считаются штормовыми, могут вырывать деревья с корнем и разрушать некоторые строения. Синоптики Заполярья уточнили, что непогода ожидается сегодня вечером, а уже сейчас на улице сильная, я даже подчеркну от себя, сильнейшая гололедица. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию до других машин. Пешеходов просят быть внимательными, переходить дорогу только в положенном месте, а в темное время использовать световозвращающие элементы на одежде. Следующая новость. Два игрока команды «Арктика» из Мурманской области вошли в число лучших игроков Национальной молодежной хоккейной лиги в январе этого года. Лучшими голкиперами признан Александр Кондаков, а лучший защитник месяца – игрок «Арктики» Андрей Буренков. Следующий матч наши хоккеисты проведут в гостях против «Динамо 576» 14 и 15 февраля. И последняя новость. В МЧС Донецкой Народной Республики поступила пожарная спасательная техника от Мурманской области, бронированная автоцистерна. Ежедневно, пожарная ДНР выезжает на места тушения в прифронтовых районах и, к сожалению, подвергаются артиллерийским обстрелам. К слову, это первый в системе МЧС бронированный автомобиль. Автоцистерну включили в боевой расчет 6-й пожарно-спасательной части Донецка. Все, новостей больше нет. Тема нашей беседы и вообще, почему мы пригласили сегодня нашего гостя, вот в чем. В январе в паблике «Регион 51» в очередной раз начали громко обсуждать ситуацию вокруг предпринимателя, который изготавливает мебель, но далеко не все мурманчане получают свои заказы. Люди вносили предоплату, а потом оставались ни с чем. Кому-то мебель все-таки доставляли, ну а кто-то до сих пор ждет оплаченный заказ. Естественно, многие северяне обратились за помощью к юристам. И сходу хочу спросить, конкретно ваша практика, как сильно затронута в обозначенной теме? Как много людей к вам обратилось? Вообще, это достаточно актуально сейчас, да, то есть граждан обманывают очень часто, соответственно, берут денежные средства, не исполняют услуги. Если говорить конкретно про Гаманко, то мы изначально в 2021 году про него услышали. На данный момент к нам уже 7 человек обратилось, да, буквально до эфира. Вчера еще было 6, еще один сейчас, ну, я так понимаю, из-за информации в СМИ люди стали обращаться, контакты друг другу передавать, и, соответственно, ну, я понимаю, что мы не единственная юридическая организация, и, скорее всего, обращений гораздо больше, в том числе мы также читаем комментарии под постом, и я так понимаю, что люди просто не дошли до суда по каким-то причинам, не пошли обращаться в суд. В 2021 году изначально к нам обратился первый заказчик, соответственно, тогда еще было достаточно сложно, поскольку практики судебной не было, ни у нас, ни в принципе, да, по Гаманко, и он заключал договор как физическое лицо. Мы понимаем, что исходя из тех условий, которые были предоставлены, то есть в офисе заключался договор, также он позиционировал себя как организация, здесь должен быть закон о защите прав потребителей. Когда мы подавали в суд в рамках закона о защите прав потребителей, первоначально решение было отказное, то есть суд нам отказал в удовлетворении заявленных требований, потому что ошибочно полагал, что данные правоотношения этим законом не регулируются. Ошибка суда? Да, это была ошибка суда, которую в дальнейшем исправил Мурманский областной суд. Было апелляционное определение, полностью отмененное решение. И, соответственно, с этого времени
проще стало обращаться в суд в Ленинский район. И почему? Потому что у нас и сам Гаманко, соответственно, там деятельность осуществлял, и обращались жители, как правило, этой, ну, рядом домов, которые находились, да, с этой организацией, поскольку, я так понимаю, было удобнее. Да? И после того, как Мурманский областной суд поменял, ну, точнее, отменил решение суда первой инстанции, последующие все иски мы ссылались на судебную практику, и, соответственно, уже была, да. Которая, да, уже была, и поскольку количество исков все прибавлялось, и уже у судов не было сомнений, единоличный это случай или он регулируется в рамках закона о защите прав потребителей, потому что даже если договор заключен между двумя физическими лицами, но можно доказать, что предоставляется по факту неограниченному кругу лиц, то в таком случае законодательство о защите прав потребителей применяется. Давайте немножечко перефразирую простым языком. То есть, грубо говоря, если мы с вами вот начинаем сотрудничество, и я предоставляю вам какую-то услугу, ну, например, ремонт помещения, вот это как раз история два физических лица. Да. Однако, если можно доказать, что при этом я помогаю еще нашим линейным ведущим, осуществляю эти же услуги по всему там тамбуру нашего небольшого помещения, в таком случае вот этот правовой момент начинает работать. Да, и это очень важно, поскольку законодательство о защите прав потребителей, во-первых, бремя доказывания по-другому распределяется немножко, чем в обычном гражданско-правом споре. Но самое важное для заказчиков, во-первых, то, что не облагается государственной пошлиной, если до 1 000 000 рублей, да, цена иска. А во-вторых, соответственно, штраф 50% в пользу потребителя идет, что важно, потому что суммы, которые фигурируют, ну, в данном случае Гаманко там от 100 тысяч, да, в зависимости от того, что вы заказывали, то 50% от присужденной суммы, в принципе, это существенно. Поэтому это важно для того, чтобы именно правильно, во-первых, квалифицировать эти отношения, ну, а во-вторых, получить заказчику то, что ему причитается по закону. Хорошо, значит, после того, как суд пересмотрел свои решения, после того, как эта практика обрела вес из-за количества исков и удалось же доказать, да, что конечно. Эти вот услуги оказывались многим лицам, мы все еще говорим про 2021 год. Да. Я еще вчера, перед подготовкой к нашей с вами беседе, я специально проштудировал социальные сети не на момент времени 2023 года, а на момент 2020-2021. И нашел несколько больших таких, знаете ли, грозных постов, где люди расписывали свою историю с фотографиями документов, которые он передавал господин Гаманко. И вот эти все моменты, естественно, нашли, как сейчас говорят, фидбэк, люди писали в комментариях. Меня больше заинтересовала не сама история, а количество комментариев, где помимо выражения соболезнования или какой-то поддержки друг другу, хотя и злорадство тоже присутствовало, ну, люди, они такие, мы все, были также сопричастны, те, кто тоже к нему обратился. И вот количество этих сопричастных было, ну, на мой взгляд, просто абсолютно безумным. То есть, допустим, пост, под ним там 500 комментариев, не знаю, 50 из них – это новые люди, которые прочитали историю и говорят, что у них была ровно такая же история. Да, все. И это 2021 год. И вот вы говорите о том, что суд вроде бы стоит на сторону заказчика, но при этом сейчас история вроде бы как активизировалась вновь. И вот вы говорите, что до эфира уже еще там конкретно к вашей организации, там седьмой, естественно, обратился. А я не до конца могу понять, как это работает. То есть его деятельность можно назвать законной вообще? Ну, а в данном случае, насколько нам известно, он вроде стал опять регистрировать себя как индивидуальный предприниматель, да, и офис он просто поменял. То есть он оттуда съехал, переехал в новый. Ну, она такая на грани, соответственно, уголовной ответственности, что мы сейчас и делаем, да, поскольку когда люди обращаются единолично, пишут в полицию, что вот такая ситуация произошла, взяли деньги или недопоставили товар, либо не поставили его вообще, им пишут, соответственно, ответ, что отказано в возбуждении уголовного дела, это гражданское правовой спор, соответственно, обращайтесь в суд общей юрисдикции, там вам помогут. Там, конечно, помогут, но смысл в том, что, во-первых, людей слишком много, да, то есть это, как мы полагаем, намеренное неисполнение своих обязательств. И более того, мы сейчас обратились в прокуратуру Мурманской области с коллективным заявлением, то есть мы объединили всех этих граждан и написали уже коллективное заявление, чтобы обратили внимание, что это проблема не одного человека. То есть это система, определенная система, которая выстроена Гаманко. И Гаманко не скрывает. Ранее мы думали, что ну, это просто он так приукрашивает немножко историю, что он сотрудник полиции, бывший сотрудник полиции, да?
Но потом, когда мы стали проверять его на сайте Ленинского районного суда, мы увидели, что ранее, еще вот до всей этой истории с кухнями, у МВД обращалось к нему с исковыми заявлениями за неоплату там, по-моему, служебной квартиры. Ну и мы можем предположить, что, возможно, история, что он бывший сотрудник полиции, и ему ничего не будет, как он говорит, да, имеет свое какое-то начало и, возможно, да, где-то правдиво. Но это ведь уже коррупционный вопрос. Ну, он сейчас не сотрудник полиции, он бывший сотрудник полиции. Я так полагаю, что он говорит просто про знакомство и про знание законодательства. Ведь действительно, действующее законодательство говорит, что есть, да, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Но там почему сложно его доказать? Потому что, когда вы берете деньги, вот момент между гражданско-правовым спором и уголовно-правовым спором, какой вот этот отличительный момент, вы должны заранее знать, что вы не будете исполнять эти услуги, или у вас нет возможности это сделать заведомо. То есть вы заведомо, когда вы берете денежные средства, должны понимать, что вы это делать не будете. И возможности сделать у вас это нет. И поэтому всех пострадавших отправляют в суд и говорят, что это гражданско-правовой спор. Потому что изначально он поставлял хоть что-то. В части, разобрано, неважно. А значит, это освобождение от уголовной ответственности, ну, автоматически, грубо говоря, так. То есть, получается, есть 10 человек, 10 заказчиков, да. Они обращаются к господину Гуманко, чтобы он там им предоставил какую-то мебель, фурнитуру. Да. 9 из них не получают ничего. Ну, я сейчас абсолютно абстрактными цифрами беру, хотя предполагаю, что я недалек от истины. 9 из них не получают ничего, один получает полку. Да. Если этот один из 10 получает полку, уголовная ответственность уже снимается? Не совсем. Во-первых, каждое обращение, оно индивидуально. Вот. А во-вторых, с Гаманко немножко другая история. То есть ранее он делал наоборот. Вот возьмем эти абстрактные 10 человек. Да? 8 из них получали полки, палки и что-то еще. То есть в абсолютно непригодном виде им что-то приносили, и раз что-то вам принесли более-менее похоже на то, что вы заказывали, неважно, что это невозможно использовать, это гражданско-правовой спор. Сейчас гражданин Гаманко стал делать следующее. Он берет деньги и ничего не поставляет. И вот здесь у нас уже, как у юристов, возникает вопрос. Почему здесь нет состава? То есть, получается, я как предприниматель могу брать деньги, ничего не делать, и всех будут отправлять в суд. Ну, мне кажется, это немножко не соответствует законодательству действующему. У вас есть какие-то предположения? У меня предположений нет. Я думаю, что это просто пока Гаманко везет. Но учитывая, что люди объединяются, это не единичные случаи. Соответственно, сейчас подключено СМИ. И я думаю, что у нас все-таки госорганы-то обратят внимание на ситуацию. Потому что мы, конечно, понимаем, что многие люди, когда что-то, какой-то спор там с предпринимателем, они сразу идут, пишут в полицию, и большинство этих заявлений не обосновано. Но не все. Здесь нужно обращать внимание на количество людей, которые обратились. И схема одна и та же. Договор однотипный. Поведение Гаманко, оно только ухудшается. Он хамит, кричит. Бывало, что он выносил просто заказчиков, которые приходили к нему с претензиями. Что значит выносил? Ну, в прямом смысле, пришла женщина, вот, которая у нас в 21-м году обратилась, а она пришла к нему, соответственно, в офис, да, который у него располагался, и он ее просто вынес и закрыл дверь, все. То есть вот такое вот общение с гражданином Гаманко. Мы выезжали с судебными приставами Ленинского ОСП на место. Соответственно, Гаманко там не оказалось. Ему позвонили, он нахамил приставу, нахамил нам и бросил трубку. То есть ну, вот общение примерно сейчас такое. На любопытном моменте мы с вами ставим паузу в нашей беседе, потому что подходит рекламный блок. Я рекомендую не переключать FM-волну и свой телеканал, мы совсем скоро продолжим. После выхода в эфир, я еще раз напомню, наши контактные данные вы можете, и я даже рекомендую присоединяться к нашему диалогу, пока есть такая возможность, мы общаемся в прямом эфире. Реклама. Продолжает говорить и показывать открытая студия, совместный проект «Радио Рекорд» и телеканала «Арктик ТВ». Я и ведущий Николай Дукмас. Напомню, в гостях у нас сегодня юрист, генеральный директор ООО «Центр правовой помощи» Марина Зимина. Наши контактные данные остаются прежними. 99-45-45 для ваших звонков. Телеграм, Вайбер, плюс 7-921-708-2006. И наша группа ВКонтакте «Радио Рекорд». Там под соответствующим постом с анонсом сегодняшнего эфира можно оставлять свои вопросы, либо ответим во время программы, либо постараемся скомпилировать правильные ответы при консультации специалистами по завершении программы. Мы сегодня
вот подняли такую тематику, прям вот вязкую и неприятную, которая с 21 года длится история, людей обманывают и обкрадывают. Мне кажется, какие-то более смягчающие термины подбирать не стоит. Это настоящее натуральное воровство, которое, как оказалось, очень тяжело подвести под категорию мошенничества. Тем не менее, вы говорили, что в 21 году судебные дела все-таки были. Хоть одно выиграли, я имею в виду, был так, что человек обратился по поводу господина Гаманко, что вот он считает себя обманутым, удалось кому-нибудь в вашей организации, вашим коллегам доказать, что он был неправ, и, может быть, человек получил там денежную компенсацию или хотя бы моральное удовлетворение? Насчет морального удовлетворения не знаю. По поводу выигранных дел. Да, с 21 года, соответственно, вот эта практика положительная для заказчиков, она сложилась, но мы сразу говорим, да, что одно дело выиграть суд, получить, возможно, моральное удовлетворение от этого, а другое дело взыскать эти денежные средства с Гаманко, потому что он получает с последующих договорных отношений все наличными и, соответственно, не погашает свои требования по исполнительному производству. Поэтому люди сталкиваются с тем, что да, они выигрывают суды, ну а дальше стоит вопрос взыскания, достаточно серьезный вопрос, который всех волнует. Если человек выиграл суд, я просто понимаю, я далек от судебной тематики, как я предполагаю, большинство клиентов, которые обращаются с этим вопросом, если ты выиграл суд, разве это не означает, что это уже 50% победы и взыскание средств будет осуществлено? Ну, я бы сказала, что это 10% победы, мало. Да, выиграть суд, потому что люди заинтересованы вернуть денежные средства, а не выиграть суд. То есть они выигрывают суд, далее решение суда вступает в законную силу и, соответственно, получают исполнительные листы взыскания. Или они обращаются в службу судебных приставов, а дальше начинается самое интересное. Да? То есть Гаманко, он курсирует по городу, то он в одном месте зарегистрирован, то он в другом месте проживает, то в третьем, причем он меняет районы, а, соответственно, служба судебных приставов также должна меняться, потому что она работает по должнику. Соответственно, денег у него нет, все остальные денежные средства с других заказчиков он получает наличными, соответственно, тоже вы ничего не взыщете. Вот. Поэтому это достаточно проблематичный история, что-то взыскивать с данного гражданина. Но, конечно, варианты есть. Первое, это если возбудят все-таки уголовное дело, усмотрят у нас состав, да, то, возможно, можно будет как-то с ним договориться, и он все-таки будет замотивирован погасить задолженность. Ну и второе, это выходить, значит, с заявлением о разделе совместно нажитого имущества, смотреть, что есть у супруги. Они, как кредиторы, имеют право выделить долю должника и, соответственно, реализовать ее. Но это очень сложно, поэтому... Я так понимаю, подобные дела длятся далеко не один месяц. Да, да, это проблематично, поэтому выиграть дело, в данном случае с Гаманко, уже не составляет проблемы. Тем более в Ленинском районном суде, мне кажется, уже каждый судья рассмотрел с ним хотя бы одно дело. Но проблема во взыскании. Вот именно в этом проблема. Угу. Получается так, если я все правильно понял. Сейчас все знают, ну или большая часть людей, которые уже обожглись, знают, что это нечестный на руку предприниматель. Но те, кто там, не знаю, не следят за социальными сетями, не интересуются информационной повесткой, а ищут непосредственно человека, который поможет реализовать поставленные перед ними задачи, там, связанные с ремонтом, вот конкретно в этом примере, обращаются к этому человеку, Гаманко. Он их, вероятнее всего, там, 90%, что он их как-то обманет или будет очень долго тянуть эту историю, и по итогу это все равно завершится обманом. Они могут обратиться в суд, и так как практика есть, и этот персонаж уже известен в юридических кругах, суд будет выигран. Но деньги все равно, вероятнее всего, не будут возвращены, и эта схема кажется мне ужасной и гениальной. Мне кажется, по примеру Гаманко могут начать, если я вот логику нашей беседы сегодня правильно для себя расшифровываю, могут начать действовать целые коррупционные сети предпринимателей, и да, им ничего не будет. Ну, они действовали и до Гаманко. Гаманко далеко не первый. И, соответственно, я думаю, что есть такие схемы. Понимаете, дело в том, вот что... Вот пытаюсь понять. Эти схемы есть. Есть специалисты. Есть. У нас, как мне всегда казалось, достаточно серьезно относятся к юридической стороне вопроса нашей жизни по необходимости и без. И, тем не менее, это все вот таким образом функционирует.
функционирует прям в замечательном ключе. Но, опять же, это функционирует ровно до того момента, пока люди не начинают объединяться. Вот что сейчас происходит. То есть в 2021 году люди не объединялись. Каждый был со своей проблемой. Может быть, до 2021 года у кого-то, ну, судя по комментариям, которые мы тоже читали в сети интернет, тоже были какие-то проблемы. Но, опять же, сейчас люди объединяются, сейчас пишутся коллективные заявления, собирается доказательная база, подключаются юристы к этой работе, подключаются средства массовой информации. Поэтому я думаю, что эта история, она все-таки будет иметь какой-то положительный финал. Для этого мы все и работаем. В общем, чем больше резонанс, тем больше вероятность того, конечно, что все завершится благополучно для пострадавших сторон. Да, конечно. Что делать сейчас людям, которые слушают наш эфир, смотрят или наткнутся на него в повторе и внезапно для себя поймут, что они тоже герои описанных нами ситуаций? Ну, в случае, если заключили договор и, опять же, так не исполняет, да, то необходимо обращаться в суд. И в зависимости от того, какие были условия, если взято денежное средство, не поставлено ничего, 100% нужно писать заявление в полицию. Также все видели, да, что есть уже пострадавшие граждане. Я думаю, что надо также объединиться, присоединиться к коллективному заявлению. По поводу взыскания, ну, поскольку у нас будет сводный исполнительное производство, это когда, значит, Гаманко должен разному количеству народа, да, объединяются в сводное исполнительное производство и вот взыщут с него, например, 10 рублей и всем раздадут, да, там, по какой-то части с этих 10 рублей. Кому-то там 20 копеек, кому-то да, рубль. Да, 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 да. Вот, поэтому, в принципе, приставы объединят в сводное, а по поводу обращения, конечно, надо писать в полицию, ну, потому что мы полагаем, что здесь все-таки усматривается мошенничество, учитывая, что уже вообще ничего не поставляется гражданину. Он вообще не выполняет свои услуги. То есть вот последние 7 человек, которые вы обратились, ничего не получили? Нет, не 7. 7 это мы считаем с 21-м. Значит, в 21-м году, ага, когда был первый обратившийся к нам, да, мы только про свою организацию можем говорить. Да. И, соответственно, ранее эта поставка была. Она была не такая, она была недопоставка, да, там чего-то не хватало. Я помню, либо это были дефектные, да, предметы, либо они не подходили по размеру, да, да, то есть, да, заказывал, да, одно, пришло другое, да, либо они были отвратительного качества. Да. Сейчас история начинается, что вообще ничего не поставляется, ну и в разговоре Гаманко говорит, что это форс-мажор. Ну, форс-мажор, мы все понимаем, да, что это обстоятельства непреодолимой силы, что конкретно непреодолимая сила в понимании Гаманко, ну, пока мы еще не разобрались в этом. Давайте, у нас просто не так много остается времени до конца программы, и оставим на волю случая, точнее, не на волю случая, а уже на волю дальнейших судебных разбирательств самого господина Гаманко, и возьмем конкретный пример самой ситуации. И человек так или иначе будет искать специалиста. Людям нужны ремонты, люди хотят пользоваться теми или иными услугами. Как не попасть на Гаманко, не конкретно на Гаманко, ну, понятно, а вот на такого, знаете, абстрактного Гаманко, который будет исполнять ровно такие же вещи? Ну, многие бы, наверное, ответили читать отзывы. Я так не отвечу, потому что все мы понимаем, что отзывы, они покупаются, да, в том числе и неположительные отзывы, и положительные. Все это покупается. Я могу объяснить на собственном примере, как проверяю я, когда сделка, ну, весомая достаточно. То есть я смотрю, это служба судебных приставов, я проверяю, есть ли какие-то исполнительные производства в отношении моего контрагента потенциального. И также я смотрю, если это возможно в регионе, в котором я заключаю сделку, я смотрю, значит, сайты суда. То есть, если были какие-то подобные дела, чем закончилось, и, соответственно, также я могу из этого понять, стоит мне связываться с этим человеком или не стоит, платить денежные средства или нет. Ну, это, значит, хороший пример, я с вами не могу вообще никаким образом поспорить. А если чуть более узко взять направление, ИП, организация, физическое лицо, есть какие-то категории, куда, в принципе, не стоит соваться, если не боишься обжечься? Где наибольшая вероятность того, что ты попадешь на честных профессионалов? Или это не имеет значения? Это не имеет значения. С физическими лицами достаточно сложно заключать договор. Я вначале объясняла, почему. Да, потому, да, что под закон защиты прав
потребителей автоматически не попадает. Сложно будет доказывать. По поводу ИП или, например, ООО, ну, я бы заключала лучше с ИП. Почему? Потому что отвечает всем своим имуществом. У ООО есть уставной капитал. ООО можно закрыть или не закрыть, а просто его оставить, открыть новое и дальше заниматься своей деятельностью. Да, с ИП сложнее. ИП можно закрыть, но физическое лицо будет всем своим имуществом отвечать. Поэтому... Очень важный момент. Очень важный момент. Я думаю, многие бы сказали сейчас, ответили на вопрос, конечно же, с ООО. А последний будет вопрос тогда при заключении самого договора. На что стоит в первую очередь обратить внимание? Потому что я подпомню эти комментарии, люди как раз таки, то где-то мелкий шрифт, то сама формулировка, им казалось одно, а оно подразумевает другое. Ну, во-первых, я бы всем рекомендовала изначально договор читать, да, поскольку даже к нам, когда люди обращаются, они подписывают, я говорю, почему не читаете договор? Он говорит, ну, вы же юристы. Я говорю, ну, это не панацея, что мы юристы, да. Вот. Во-вторых, обращать внимание на способ оплаты. Если вы, например, передаете денежные средства, я рекомендую наличными не передавать, а, соответственно, перевести на счет. Если, например, говорят о том, что переведите на карту какого-то другого лица, вот тут стоит задуматься, да, почему нет счета. Счет-то должен быть фактически, если да? Если вы компания. Да. Но если вы компания или если вы ИП, да, то хотя бы на карточку этого же предпринимателя. Скорее всего, есть исполнительные производства. Поэтому это первый звоночек для того, чтобы уйти и не заключать договор. Спасибо большое за то, что нашли время сегодня к нам прийти и пообщаться. Я думаю, мы как минимум в последнюю половину программы смогли дать очень много весомых советов людям, которые либо сейчас находятся в похожей ситуации, либо смогли уберечь их от того, чтобы в ней оказаться. Будем активно следить за развитием событий относительно прецедента, описанного сегодня. Еще почитаем комментарии, которые будут по завершению программы. И наверняка еще увидимся с вами в рамках открытой студии. Благодарю за визит. Да, спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго.